Привет, друзья! Добро пожаловать в видео моих покупок. Я была в магазине Action. И если вы не смотрели первое видео, то наверняка вы не знаете, что это за магазин-то в принципе такой. Магазин на самом деле из Нидерландов, но он есть во многих странах. Во многих, но не в Швейцарии. Ближайшие ко мне границы со Швейцарией где-то приблизительно час езды, но, тем не менее, я туда сегодня съездила и купила несколько предметов, которые хочу, конечно же, вам показать, с вами обсудить. И давайте начинать. Первое, что я хочу вам показать, это ваза. Ваза, которую я купила в магазине Action. Цветочки, кстати, не шли, конечно же, в комплекте. Их я купила уже в магазине Эдека за 3 евро. А вот вазу я купила где-то за 2 евро. Она очень приятная и прекрасно подходит для невысоких цветов и для не очень пушистого букета. Здесь у меня, по-моему, цветочков 14. Кстати, розы, которые я покупаю в Германии, мне не так уж сильно нравятся. Знаете, почему они безумно колючие? Те розы, которые я покупаю в Швейцарии, они не колючие, как это ни странно, но стоят дороже. Так что приходится выбирать. Дешевле, но с колючками, дороже, но нежные и не колючие. Следующее, ради которого, можно сказать, я и ехала в этот магазин, это маска. Маска для сна, такая разогревающаяся. Она прекрасно работает, мне легко в ней засыпать. Я действительно расслабляюсь. Хотя здесь написано, что буквально 20 минут, но на самом деле она теплая, продолжает оставаться быть приблизительно где-то час. Здесь в упаковке 2 штуки и стоят меньше 1 евро, поэтому я купила их очень много. Практически все, которые были там, я их скупила. Раз уж все-таки я еду туда, а дорога занимает определенное время, то, безусловно, хотела взять побольше. Очень вам рекомендую, если у вас есть где-то магазин Action, да, в принципе, попробуйте обязательно такую маску, если вы куда-то едете в путешествие. Особенно, если это путешествие очень-очень долгое, вам нужно в самолете поспать, вы никак-никак не можете, то рекомендую вот эту вот масочку вам с собой обязательно взять. Следующая масочка уже тканевая, и это, видимо, какая-то новинка, потому что я не видела в прошлый раз. Маска, кстати, да, что я вам забыла сказать, это то, что, да, магазин-то, конечно, из Нидерландов, но вот сами продукты, они в большинстве своем, особенно, конечно, тканевые маски, либо из Кореи, либо из Китая. Вот эта маска произведена в Китае, это ничего не означает, она может быть прекрасная, замечательная, я ее пока не пробовала и купила, потому что это маска с вином и ретинолом. Выглядит многообещающе, я с удовольствием ее попробую, и я взяла таких, по-моему, масочек 2. Потому что у меня есть подруга, которая просто обожает вино. Я думаю, что она порадуется. Так, не вижу сейчас, но должна быть еще такая же вторая. Следующая масочка из той же серии. Здесь у нас экстракт йогурта и черника. И еще одна, опять же, та же серия с этой девушкой. Здесь у нас витамин Е и масло миндаля. Там были и другие, например, с витамином С, с апельсинкой, но я не очень люблю витамин С, то есть у меня его слишком много в других продуктах. Следующее, что я здесь взяла, это еще тканевая масочка. Тканевая масочка как раз-таки корейская, не китайская. И они были, ну, безумно дешевые, мне кажется, максимум 85 центов. Здесь у нас черри, экстракт вишенки, обещает нам релакс и очищение. Здорово. Эту серию я уже покупала, но не конкретно вот эту. Вот эту я покупала, но так и не использовала. Взяла ее еще раз, просто потому что я подарила ее подруге, которая просто обожает, обожает трюфель. И хотелось бы, конечно, попробовать мне тоже, потому что все-таки трюфель это дорогой продукт. Здесь у нас для сухой кожи предназначен, и он обещает, эта масочка, нам увлажнить ее, сделать такой мягкой. Следующее это патчи. Патчи выглядят очень интересно. Гидрогелевые патчи увлажняют и делают кожу более мягкой. Да. Ну, я вообще на самом деле хочу их попробовать вместе с вами. У меня есть еще маска для губ, тоже из Action. Я думаю, нам с вами скомбинировать и попробовать, потому что на самом деле они стоят очень-очень маленьких денег, очень бюджетный продукт, и сам магазин весьма бюджетный, но какие там продукты? Они вообще, в принципе, рабочие или нет? Я думаю, что нам с вами это будет интересно узнать.
Еще такая же у меня есть золотая масочка. Здесь тоже увлажнение делает более мягкими. То есть, в принципе, они одинаковые совершенно, сколько я понимаю. Единственное, у них разница в том, что вот эти золотые, эти черные. И сделано в Китае. Вот эта серия мне понравилась. Здесь у нас марка The Beauty Depp, Chicabu, Here I Am. Я, по-моему, такую уже брала. Это корейская маска, и она с центеллой. Снова корейская масочка. Здесь у нас зеленый чай, то есть экстракт зеленого чая. Он должен освежать и делать кожу более мягкой. Следующая масочка из той же серии. Здесь у нас освежение, то есть более свежая кожа будет и более мягкая. И это экстракт бамбука. Заключительная масочка, которую я взяла в этот раз, The Beauty Depp марка You Are a Cute Tea. Здесь у нас экстракт чая, зеленого конкретно, и должна увлажнять, да. Ну, масочки, в принципе, я взяла, к сожалению, немного, просто потому что новинок в этот раз я не увидела. То есть их было буквально на пальцах посчитать. Так как в прошлый раз я очень сильно закупилась, взяла просто практически все маски, которые у них там были. Я добавлю вам подсказочку это видео, если вы его пропустили. Я потратила там довольно существенную сумму. В этот раз сумма у меня была около 30 евро, потому что есть еще один продукт, и он немножечко подороже. Вот он, это адвент-календарь. Я посмотрела, и мне показалось, что будет интересно нам с вами открыть адвент-календарь. И это самый бюджетный адвент-календарь, который я в принципе видела с косметикой. Он стоит 13 евро. Ах, да, выглядит он, кстати, тоже очень-очень привлекательно. Давайте я открою его сейчас, потому что он отражает свет, и вам наверняка его плохо видно. Вот он, этот адвент-календарь, и он в таком стиле Oriental. Мне он понравился. Здесь написано Deluxe Beauty Calendar 24 подарочных бокса. Здесь есть небольшой внизу рисунок приблизительно того, что будет находиться. Я вижу, что здесь есть палетка, здесь есть кисточка, тени, это, наверное, карандаш, пудра. Ну, то есть довольно интересное наполнение, плюс ко всему. Такой адвент за 13 евро я не видела, чтобы где-то продавался. Самое дешевое, что я видела, это Исана и магазин DM. Ну, то есть Исана, это я имею в виду Росмане, Исана. И, соответственно, Балея в магазине DM. Самый дешевый адвент-календарь, но там не декоративка. А здесь у нас с вами будет именно декоративка. Там все-таки уход. Ну, я так посмотрела, в принципе, у них тоже есть уход. Но... ну, уход мне как-то не сильно интересен, а вот декоративку я с удовольствием посмотрю. Давайте откроем и посмотрим, как все это дело выглядит. Ну, красота, ребята, только посмотрите, какая прелесть, как все это красиво оформлено. При этом адвент стоит, ну, не просто бюджетно, а очень бюджетно. Да, открывать, конечно, этот адвент мы будем с вами уже в отдельном видео. Так, чтобы не открывался, стоял аккуратненько. Отдельное видео для этого адвента мы с вами запишем, откроем все окошки, посмотрим, сделаем свотчи, протестируем, потому что, конечно, интересно, что может косметика, при этом здесь 24 окошка. Да, возможно, не во всех окошках мы найдем с вами декоративную косметику, где-то будет кисточка, где-то будет там что-то еще, но, тем не менее, у нас с вами интересное наполнение, косметическое. И чтобы не пропустить это видео, конечно же, нужно подписаться на мой канал. Кнопочка прямо внизу под этим видео, нажимайте ее, пожалуйста. Можно еще нажать колокольчик, и тогда, как только выйдет видео, вам придет уведомление. И да, вы сможете первым посмотреть это видео. Я, конечно, не знаю, кто меня там смотрит, но я всем вам очень-очень рада. Что ж, это были все мои покупки. Я буквально вот прибежала, сразу видео вам записала, потому что хотелось поделиться, конечно, с вами моей радостью. Обожаю делать покупки, обожаю делать это в Германии. Это практически всегда бюджетно, правда, там я оставила где-то 100 евро. Да, заглядывая в холодильник, могу сказать, что я не поняла, что, собственно говоря, на эти 100 я купила. Но 30-ка у нас где-то здесь, в экшен, все остальное, конечно, это были продукты. Да,
Я буду с вами прощаться. Спасибо вам большое, что посмотрели это видео. Надеюсь, оно было вам интересным. И да, если вы знаете магазин Action, напишите, пожалуйста, в комментариях. Мне будет очень интересно узнать, вы вообще в курсе, что такой магазин существует. Может быть, вы там были, вам тоже понравилось. Или, может быть, наоборот, вы туда больше не ногой. Поделитесь, пожалуйста, вашими впечатлениями. Я желаю вам хорошего дня, отличного настроения. Мы увидимся, как всегда, по традиции, в следующих видео. Пока-пока!